Всем привет! Хочу я вам показать интересный такой бой против конфедерата 18 ранга. Бой получился довольно-таки долгим. Боролся я почти 36 минут. Давайте посмотрим. И я у нее спрашивал, на каких ты бустах играла. Она мне ответила, что использовала два красных буста. И в основном синька, я так понял. Ну а я, как всегда, на синих. Можно было и быстрее зарашить ее, но я решил немножко поиграться. И были такие моменты, что чуть не слил. Ящики я собрал довольно неплохо. Можно было сразу выходить виахам, но я подумал, что противник слабенький, и производил всякое мясо. Броники, дикобразы, гряны. Вижу, что противник капает третий штаб, улучшает заводы. Минирую. Мины у меня стоковые, если что. Вот опять разведываю, вижу, что два завода штурмовых машин, и противник производит зевсов. Хорошо, что в этом бою не было авиации. Захватил я все четыре флага. У меня еще только лапается третьего уровня штаб. Вот поехала атака.
Здесь противник сразу поехал захватывать этот флаг. Шкала почти заполнилась в мою пользу. Разведывает. Тут я не смог отбить. Решаю, что нужно поехать сюда. Ну, войск я сделал мало. И зерсы расстреляли. Вот до заказ. Видим, что ситуация поменялась в пользу моего противника. Захватил все флаги. И я решаю, что хватит играться, нужно выходить в ЯОХ. Вот, кстати, поехала атака. Так. Видим, что едет. Раз. 8 зерсов и 3 крепости. У меня немножко больше войск. И решаю, что нужно быстро ехать захватывать флаги, пока не поздно. Здесь 2 зевса. Тут опять поехало войско. Поехали войска. У меня здесь ничего нет практически. Вот уже появился у меня хамелеон. Здесь я почти не проиграл. Если бы он дожал, в принципе, то мог бы ей слить. Точнее, она. Я спрашивал, то оказалась девушка. Тут она отправила свои войска на этот флаг. Сюда не стала ехать. Вот поехала мои войска. Убивать хамелеон она не умеет. Я считаю, что хамелеона убить очень просто. Ну не очень просто, но не очень несложно. Вот видим, что шкала почти заполнилась в ее пользу. Хотела меня
она обхитрить и поехать вот здесь и таким образом заехать на мою базу. Я испугался. Ну, видим, видно, что она передумала. Так, тут я разведал и думаю, что надо раскладку делать здесь. Хорошая здесь позиция. Тут что-то пытался сделать, но было много зевсов, и я не решился ехать дальше. Так, сейчас должен подплыть Посейдон. Вот он. И здесь я подумал, что все, мне хана. Ну, видно, что Посейдон стоковый. Разве только по урону качанный. Здесь я поехал в атаку, смотрите. Уничтожил мне одного хамелеона, но... Ну, в принципе, это и все. Кому понравился бой, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Всем только побед. Всем пока.